Всем привет! В эфире шестая серия нашего сериала о строительстве моста через Волгу. Сегодня совсем короткая будет серия. Мы посмотрим продолжение трассы обход Тольятти от путепровода, который мы смотрели вчера. Кто не видел, посмотрите. Итак, мы видим, что трасса опять уходит у нас в голое поле. Здесь уже у нас частично есть асфальтовое покрытие. Сейчас вот мы приближаемся к разворотному кольцу. Вправо отходит от него дорога. Она будет соединяться с южным шоссе, от которого мы сейчас отлетели. И на пересечениях будет еще небольшой путепровод. Тоже он сейчас строится. Вот сейчас мы летим дальше. Здесь совсем небольшой ролик будет, ознакомительный. Просто посмотреть, что у нас творится, так сказать, дальше в голом поле. Эта трасса в дальнейшем будет пересекать Хрещевское шоссе, потом Санчелеевское шоссе перейдет, соответственно, там тоже будут развязки. Потом пройдет рядом с селом Новая Васильевка, просто с селом Васильевка пройдет. Дальше уже приближается к трассе М5, проходит около, прямо непосредственно близости от завода ТОАС и, наконец-то, вливается в трассу М5. Мы видим, что здесь достаточно много работ провелось уже, проводится. Практически на всем протяжении у нас асфальт, только в местах пересечений, в местах каких-то сооружений, переходов и так далее, есть голые участки. Итак, дальше мы видим, поворачивает уже трасса. Дальше мы уже не полетим, аккумулятор на исходе. Всем, кто смотрит мои ролики, огромное спасибо. Стараюсь доносить то, что мало кто видел своими глазами, потому что в поле совсем не дойдешь ни на чем, если только на машине, на внедорожнике или вот так на дроне. Всем пока-пока, до новых встреч. Смотрите, еще одна серия будет об этом интересном месте.